Благословите, батюшка. Им Отца и Сына, и Святаго Духа. Случилось что? Мне бы поговорить с вами. Можно? Садитесь. Спасибо. Беда у меня, батюшка. Я, дура, сама во всем виновата. Вы мужа моего помните? Но он в церковь не часто ходит. Егор, ну как же помню. Это же он на Рождество Пресвятой Богородицы для алтаря розы прислал. Он хороший. Любит меня. А я... Я другим увлеклась. Вы не подумайте, что я потому что... Я не потому... Просто... Просто тут другой человек. Он... Понимает меня как никто. Как будто 100 лет знакомы. Я...